Здравствуйте, я приглашаю вас посмотреть программу «Красавица и чудовище». Мюзикл «Красавица и чудовище». Почему там такие тяжелые платья? Вы выходите в золотом платье 16 килограмм. Ну, красота требует жертв, потому что это настоящие камни Сваровски, которые горят и бросают солнечные зайчики в зал. Изумительная красота платья. Когда я выхожу, то я чувствую это дыхание зала. Я делаю так. Приятно. Для меня вообще этот год под знаком красоты. Я читала в зале Чайковского не так давно сказку «Аленький цветочек» Аксакова для детей. Там есть замечательный цикл сказки с оркестром, изумительная музыка, и Чайковский, и Мусоргский, и Лядов. Сложная была задача удержать детское внимание детей вот 3 лет и до. Их мамы были, бабушки, детишек. Полный зал, не имея визуального ряда, картинки никакой. Изумительная сказка Аксакова. Наша, русская. Она была актрисою, и даже за кулисами играла роль, а я хотел любви. Было ли вам страшно петь с Валерием Меладзе в Кремлевском дворце съезда? Страшно. Живой звук. А разве может в этом громадном зале быть живой звук? Живой звук. Живые музыканты, гитары, клавиши ударные. Валерий Меладзе, кумир. Я все песни его знала наизусть с детства. Я училась в Щукинском училище, и на 4-м курсе мой будущий муж, который делал декорации для этого концерта, позвал меня. Я сидела в партере и подпевала песню. Она была актрисой. И мой крупный план случайным образом вошел в видеоверсию концерта. Прошло несколько лет. Молодой человек, который пригласил меня на этот концерт, стал моим мужем. Я ему родила сына. И Валерий Меладзе пригласил меня исполнить песню актрисы вместе с ним. Как актриса вы часто оказываетесь в положении выбора. В «Охоте на изюбра» вам надо было выбирать между самим Александром Балуевым и самим Алексеем Гуськовым, которые были в вас влюблены по роли. Как говорят, люблю, жалею, сострадание, желание спасти, помочь, поддержать. Поэтому сердце моей героини все-таки было, оказалось на стороне изюбря, на стороне Саши Балуева. Славочка, не уходи, слышишь? Ну ты же слышишь? Я прошу тебя. Я понимаю, наверное, там хорошо, но я жду осталась великим. Славочка, не уходи. Многие женщины ищут любовь по жизни. Что бы вы им посоветовали? Сдаюсь. Не знаю. Как это? В студенческие годы вы столько сердец покорили, вы про себя сами говорили, крутила романы на прополую, была жуткой вертихвосткой, кокетничала со всеми. Почему-то в прошедшем времени вы как-то об этом говорите. А потому что это было только в студенческие годы, по признанию всех. А потом Володя и все. Ну ладно, будем придерживаться этой версии. Я не знаю, это дар, это награда свыше. Как это найти? Как это не упустить? Не обмануться? Я боюсь на эти темы рассуждать, давать какие-то советы, анализировать. Мне кажется, я столько уже сыграла разных историй любовных, что, наверное, должна как-то в этом что-то понимать, уже соображать. Но нет, чем больше я задумываюсь об этом, тем больше я понимаю, что я ничего не знаю. Ах,
красивый, Ирка. Какие качества вы цените в мужчинах? Когда можно рядом с мужчиной почувствовать себя глупой, маленькой. Когда уходит чувство тревоги, а есть какая-то уверенность в завтрашние дни, спокойствие. Надежность, наверное. Что вам не нравится в мужчинах? Инфантильность, мягкотелость. Как я сейчас смотрелась, да? Когда вдруг стал. Вообще у меня на лице написано многое, наверное, о чем я думаю. То мое лицо каким-то образом и транслирует. Поэтому мне очень легко, в общем, наверное, в кино, а в жизни сложнее. Пошел, увидел, победил. В первой серии «Звезды на льду» вы танцевали вместе с Романом Костомаром. Фактически вы были самой подготовленной парой, поскольку вы одна из немногих, которые раньше занимались фигурным катанием. Как вам поставили 5,5? Я была отличницей, как меня очень долго дразнили, потому что 5,5, в принципе, это отличная оценка. А правда, что когда вам занижали оценки на «Звезды на льду», вы закричали «Судью на мыло»? Это не я, это зрители. Но дело не в том, что Тарасова приняла «Судью на мыло» как исходящий от вас крик. Да нет, нет, я не думаю. Но почему-то все считали, что именно Татьяна Тарасова имела на вас зуб. Знаете, до сих пор, где бы я ни появлялась, отъезжаю от Москвы чуть подальше, меня встречают как родственнику, женщину, бабушки. И до сих пор помнят, уже столько времени прошло, уже ледниковый период, уже «Звезды на льду» такой программы нет. А люди до сих пор помнят, у нас же как «люблю-жалею». Они сопереживают и мучаются до сих пор. Говорят, что вы были лучше всех, ваша пара. Как же вас так вот несправедливо заслуживали.